Всех приветствую, народ, с вами Артём. И сегодня у нас начинается перепрохождение первой части Outlast. Я говорил об этом прохождении, о том, что оно должно появиться на моем канале вновь, потому что буквально вот недавно мы с вами завершили прохождение второго Outlast'а. И честно скажу, вот мои впечатления от второй части. Это был полный провал, то есть это был один из самых ожидаемых хорроров, продолжение одного из самых классных хорроров 2013 года, и, к сожалению, игра вообще по всем параметрам провалилась. Уж не знаю, как там, если посмотреть на PewDiePie, он там в восторге вроде бы играет. Если посмотреть рецензию Angry Joe, то у него практически абсолютно все то же самое, что он, что вот я говорил во время своего прохождения, он там почти одни и те же вещи назвал, одни и те же минусы. И, к сожалению, игра вот по полной программе, ну, вот вообще не то. Вот. Ну и, собственно, по этой причине я тогда сказал то, что если прилетит донат на 200 рублей, то я обязательно пройду первый Outlast. Изначально я планировал, что я это сделаю все лонгплеем, но пока нет. То есть я это буду все-таки делать посерийно и с работой интерактива. Интерактив во время сюжетного стрима у нас сейчас работает. И, опять же, если будет прилетать какой-то донат, у нас стрим будет на 1 час продлеваться. И плюс это также повлияет на то, что на следующий день на канале может что-то выйти. Вот, расписания у меня как такового нет, но есть определенные сейчас правила работы и так далее и тому подобное. Вот, ребят. Короче, пройти я планирую... Изначально я вообще планировал пройти только оригинальный Outlast. Но я так подумал-подумал, тут недавно темы опять же поднимались по поводу Глускина и так далее. Поэтому мы еще и Whistleblower тоже с вами пройдем, чтобы получить полную жесть. Чтобы получить полное погружение в полную жесть. Ну, собственно, давайте. Я хочу, чтобы это прохождение не было таким, какое оно было у меня в первый раз. Я хочу, чтобы сейчас мы именно с вами занимались анализированием. Чтобы мы с вами сейчас сравнивали первый Outlast со второй частью. И почему, собственно, во второй части все так плохо, а в первой было все так зашибись. Поехали, новая игра. Меня тут попросили пройти игру на кошмарной сложности, потому что... посмотреть вообще, насколько она будет сложная на кошмарной, в то время как я играл на среднем уровне, ну, то есть на высокой сложности во второй Outlast, и там такая задница вообще была. Ну, короче, поехали, кошмарная. В игре Outlast встречаются сцены насилия, кровь и сексуальные сцены, а также нецензурная лексика. Наслаждайтесь. Главный герой, репортер Майлз Апшер, не боится расследовать самые мрачные секреты и отваживается пробраться туда, куда не рискнет сунуться ни один репортер. Одно из таких мест, психиатрическую лечебницу Маунт Мэссив, можно смело назвать адом на земле. Его главная задача – докопаться до правды и остаться в живых. Он не боец, да и сражаться с ужасами Маунт Мэссив невозможно, так что остается только бежать, прятаться или погибнуть. Цезарион, привет. Всем привет, ребят. Стрим все так же идет на 3 платформах, одновременно на Ютубе, на Твиче и во ВКонтакте. Но видеозапись я буду уже отдельно все-таки грузить, чтобы там не было музыки в начале и в финале. Поехали. Ну что ж, добро пожаловать в Маунт Мэссив вновь. Салазар, комиссар департамента сельского хозяйства, заявил, что погодные изменения связаны с разведением скота, а также рекомендовал фермерам и животноводам на выходных посетить семинар на Белла-Авеню в Пуэбло. Кроме того, если сегодня вечером вы соберетесь прогуляться, то сможете наблюдать вертолеты, низколетящие над Сильвертоном и Лидвиллом. Похоже, сотрудники парка Арапаху собрались распылять инсектициды против насекомых-вредителей, поразивших клены. Нормально все слышно? Нормально слышно игру и меня? Скажите мне об этом. Все ли хорошо? Психиатрическая лечебница Маунт Мэссив. Играть я в этот раз буду на мышке и клавиатуре. Звук норм. Ну, отлично. Нормально слышно. Ну и хорошо. Юлидей, привет. Вот интересно, почему некоторые никнеймы через маленькую букву пишутся, а другие через большую? Где?
17 сентября 2013 года от охренительного адреса. Кому? mail@gmail.com. Попробуйте написать на эту почту вдруг. Тема «Совет. Незаконная деятельность в психиатрических исследованиях Мерков». Мы не знакомы, но я ваш давний поклонник. Постараюсь сильно не затягивать, они могут следить. Я 2 недели проводил консультации о программном обеспечении в психиатрических исследованиях Мерков в Mount Massive. Меня заставили подписать кучу договоров о неразглашении, и сейчас я их грубо нарушаю. Ну и хрен с ними. Здесь творится что-то ужасное. Я не понимаю, не верю и в половину увиденного. Местные доктора говорят, что терапия зашла слишком далеко. Говорят, они нашли то, что дожидалось их в недрах горы. Владельцы клиники Мерков зарабатывают на людских страданиях. Люди должны об этом узнать. Ладно. Взяли батарейки, взяли нашу замечательную камеру, которая станет нашей... подругой на протяжении всего прохождения. Цветопередача у нее, конечно, не такая клевая, как у камеры во второй части. Ну да ладно. Ну, не те технологии. Ну не это, не 50 мегабит. Не Full HD. Ну, поехали. Игра темная, предупреждаю сразу. Так, список задач обновлен в вашем блокноте клавиша Tab, содержащим заметки N и собранные документы J. Заметки, документы, заметки. Ничего нет. Документы, информатор. Но это мы уже все видели. Все, нормально. Ой, что я делаю? Так, камеру давай сразу включим, будем с камеры ходить. Так, нормальненько будет. Тут ни хрена нет. Так, ну и как мы здесь с вами пройдем? Как включается ночное видение? Так, он умеет прыгать, он умеет приседать, молодец. Не то. Кнопка F, понял. Угу, нормально. Так, событие записано, но все как обычно. Меня тошнит от одного только вида этого места. Больница Mount Massive, закрытая после скандала по соображениям государственной тайны в 1971 году, была вновь открыта в 2009 году компанией «Психиатрические исследования Мерков», скрывающейся под личиной благотворительной организации. Сотовый резко перестал ловить сеть примерно в миле отсюда, похоже на глушилку. Едва ли сигнал пропал сам по себе. Корпорация Мерков издавна наживается на филантропии, но на американской земле никогда. То, что они здесь пытаются найти, должно быть очень важным. Может, хоть теперь получится вывести их на чистую воду. Shift у меня на беге установлен. Так, ну ладно. О, смотрите-к, чё, а? И свет выключил. Ну ладно, ладно. Так... Шрифт записок? А, фу, блин, я Shift прочитал. Я шрифт записок, да. Во втором Outlast'е был просто вырвиглазный шрифт, а там вообще жесть какая-то была, читать было невозможно. Хочу обратить ваше внимание. Ну, если вдруг вы не видели первую игру. Вас ожидает много интересного. Военные автомобили. Так, понятно, никого здесь нет. Окей. Тьфу. Чё я говорю, никого здесь нет? Заперто. Просто заперто. Так. Ну, эта дверь у нас наверняка не откроется. У нас тут долбанный Silent Hill в этом плане. Так, ладно. Включенная камера позволяет приближать и удалять изображение. Да-да, я знаю, знаю. Но она убирается, когда мы лезем куда-нибудь. В принципе, это логично. Так. Оп. Отлично. Идем осторожненько. Мы же не хотим себе сломать копчик. Да, кстати, стрим идет в 60 кадрах.
Хорошее начало. Хорошее начало, то, что здесь уже темно. Внутренний перфекционист прям. Так, здесь ни хрена нет. Открой. Так, здесь мы с вами не пройдем, все завалено. Так, ладно. Стандартные скримеры. Хорошее начало. Стандартные скримеры. Ну, в принципе, механика здесь абсолютно такая же, как... которая... Она такой же сохранилась и во второй части. Так, ну-ка, а что здесь у нас? И вот у нас, кстати, документики, которые, честно скажу, читать намного интереснее, чем во второй... Чем во втором Outlast'е. Хотел сказать Silent Hill'е. Психиатрические исследования Мерков. Проект Валеридер. Лечебница Маунт Мессив. Дело номер 174. Пациент Билли. Дата консультации 14 октября 2012 года. Первичное обращение 12 апреля 2009 года. Возраст 19 лет. Полмужской. Лечащий врач Карл Хьюстон. Не проверено. Состояние. Пациент утверждает, что состояние самонаправленных осознанных сновидений продолжаются. Наблюдается беспрецедентная активность морфогенетического двигателя. Продолжаем четвертую стадию гормональной программы. Симптомы. Спирометрия не обнаруживает бронхиальных образований. Выделить эритроциты на гематокрите снова не удалось. Крайне высокая степень беспокойства. Где Антон Череп? Я его пока не вижу. Томография показывает аритмию быстрого и медленного сна, смех в медленной фазе. Заметки. Билли интересовался ситуацией относительно иска его матери против лечебницы и Мерков. Это показывает серьезные проблемы с безопасностью. Хотя Билли и утверждает, что источником информации стали кровавые сны доктора Трагера, на заметку, единственный Трагер, работающий на компанию, некий Ричард Трагер, ответственное лицо в ним. Следует допросить весь вспомогательный персонал и службу безопасности, а также усовершенствовать систему видеонаблюдения, включив биометрическое распознавание. Психиатрические исследования Мерков, проект Валеридер. Лечебница Маунт Мессив. Вот. Вот, коли уж я сказал, мы будем сравнивать. Да, Антон Череп, привет. Коли уж я сказал, что мы будем сравнивать вторую и первую часть. Во второй части, как правило, все записки, которые мы находили на протяжении игры, были проповедями. Были сумасшедшими проповедями, написанными очень хреновым почерком. Там вообще шрифт было невозможно читать. И когда ты это еще читаешь, пытаешься вникнуть в события, ты понимаешь, что просто тот, кто это писал, он просто тупо перековеркивал Библию и нес бред. Здесь же, когда мы собираем записки, то мы здесь все больше и больше понимаем о событиях происходящего. То есть уже здесь какие-то, опять же, намеки на то, что здесь проводились... Тут уже сразу напрямую нам говорят, проводились исследования над психопатами. Так, подожди. А я что-то когда раньше играл, не помню, чтобы я вот сюда ходил. Сейчас, прикиньте, найду какого-нибудь скримера, которого... А, не, я был здесь. Это я что-то это... Это я что-то забыл. Куда, 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 куда? Давай сюда, сюда двигай, двигай. Да, блин, я мышкой дергаю слишком резко. Так, здесь мы были. Кто-то явно шел в туалет. Кто-то есть в туалете. Конечно же, не откроет он нам. Тоже заперто. Да, я на клавомыши. Мне нравятся звуки. Мне нравится здесь звуковое оформление. И разобраться в смысле религиозного бреда очень трудно, если там все-таки скрыт какой-то смысл вообще. Да, учитывая расшифровку концовки, есть подозрение, что просто как бы, ну, все бессмысленно было. Даян, я нашел какую-то херню, не похожую на кишки. Не знаю, что это, но судя по Коле, это кто-то что-то ел. Даян, запиши, чтобы я записался в местную забегаловку заранее на месяц вперед. Нужен ростбиф с кровью. Эть, вентиляция родная. Маффет, привет. О боже.
О боже! О боже! Это был тот самый отличный пирог. Да-да-да-да-да. Да, кстати, 21 мая выходит... выходит, собственно, третий сезон, а 22 мая его уже по каналу ТВ3 будут показывать. Так, зачем я здесь включаю? Library. Библиотека. Все нормально, все хорошо. Круто, кому-то отрезали голову. Вернее, его до этого кто-то съел и переварил. Кстати, че... Мне показалось, что это компьютер. Еще один чувак без головы. Они перебили нас. Вычислили. Варианты. С ними нельзя бороться. Прячьтесь. Главные ворота можно открыть из диспетчерской службы безопасности. Его насадили на кол. Убирайтесь нахрен из этого проклятого места. Да, я видел то, что сейчас показывают первый сезон от Твин Пикса. Я внутри. Я внутри. Повсюду трупы, кровь, ожоги. С потолка свисают мертвые ученые. Головы в ряд, словно бутылки в баре. Судя по бэджикам, все из исследовательского отдела Мерков. Подставная шарашка Мерков, помогавшая им зарабатывать якобы на благотворительных проектах. Пусть третий мир подыхает, лишь бы еще пару миллиардов отхватить. Интересно, как они собирались выкачивать деньги из этой дыры полной психов? А этот оперативник? Они же его как свинью на вертел насадили. Велел мне убираться нахрен отсюда и кони двинул. Жаль, я его не слышал, пока еще мог выйти тем же путем, по которому пришел. Тут вообще просто сделали Венеру Милосскую, только усовершенствовали. К слову о головах. Реально, головы в ряд. Кто-то здесь занимался коллекционированием. Видали? Вот мне нравятся такие приколы в игре. Кстати, если что, я еще ничего не вижу. Очень темно. Блин, тот парень меня теперь из Silent Hill преследует просто. Мы же не тупые, мы же не будем дергать сюда дверь. А, не, подожди, он ушел в другую сторону, он не сюда пошел. Боров, обожающий молодых поросят, как бы стрёмно это ни звучало. Так, никого нет поблизости, это хорошо. Поросенок. Твою мать. Вот мы и познакомились с Крисом. А это еще кто? А, понимаю. Всевышний послал мне апостола. Да направит тебя длань Божья, сын мой. У тебя есть призвание. Судя по тому, как очень любят создатели Outlast религиозную тему... Мне есть подозрение, что кого-то из Red Barrels укусил священник. Выберитесь из лечебницы, откройте главную дверь через диспетчерскую службу безопасности. Выпущенные кишочки, все дела. Ну, это Outlast. Это Outlast, просто привыкаем. Не вставай. Так, что это у нас? Корпорация Мерков, подразделение в США, ордер на арест имущества, дело номер... Куча цифр. Относительно... Много цифр. Относительно ареста имущества, психиатрический центр Mount Massive. Психиатрические исследования Мерков... Я занавешу... Сейчас, подождите, я занавешу окна. Слишком сильно солнце бьет даже сквозь жалюзи.
Все равно засвечивается изображение из-за того, что... Даже сквозь жалюзи светит. Так, относительно ареста имущества. Психиатрический центр Маунт Мессив. Психиатрические исследования Мерков. Район пустыни Маунт Мессив. Государственное шоссе 112. Письменные показания под присягой, данные перед советом директоров, заслуживающим доверия агентством безопасности Мерков. Катастрофическое нарушение в работе системы безопасности. Заражение окружающей среды неизбежно. Мы считаем показания и свидетельства достаточными доказательствами для немедленных действий со стороны АБМ и основанием для выдачи данного ордера. Данным документом предписывается предоставить АБМ полный доступ ко всем сооружениям и оборудованию, полностью передать управление его агентам. Согласно данному документу, вы и ваши наследники отказываетесь от любых исков и требований корпорации Мерков и ее дочерним компаниям касательно действий АБМ и обстоятельств, в которых они были необходимы, невзирая на последствия. Поняли, да? То есть вы устраиваетесь к нам на работу, и вы подписываете документ, что вы ни в коем случае не будете на нас подавать в суд, если вас здесь кто-нибудь убьет, изнасилует, покалечит. Перебежит вам дорогу. Тут какого-то инвалида утащили вниз. Кстати, пардон, у меня сейчас... Я забыл ему боту отключить сообщение о этих, о песенках, поэтому не обращайте внимания, если он сейчас будет писать сообщение в духе «Вы хотите заказать композюшку?» Вот не верьте, нельзя сейчас заказать композюшку. Кто-то здесь разбирал людей на запчасти. Вот ноги валяются с руками, тело... Кишочки, голова, все дела. Да, Silent Hill везде. Нахрена вообще здесь это помещение, непонятно. За мной даже двери не закрыли. Выгляжу, как будто вырвался из самого ада. Пара сломанных ребер, вытаскиваю осколки. Артём, оставь мясную лавку в покое, а то нам продавец покажет, как это делается. Шэдоу Димона, привет. Выгляжу, как будто вырвался из самого ада. Пара сломанных ребер, вытаскиваю осколки стекла из собственного скальпа. Меня едва не прикончил какой-то великан, изуродованный, как будто кто-то прошелся по его голове теркой для сыра. Он швырнул меня в стену с такой силой, что я потерял сознание. Прихожу в себя, какой-то опухший старикан с лицом спившегося рослителя малолетних. Слушайте, ну точно, мне кажется, кого-то из создателей игры изнасиловал священник, ну серьезно. Называет меня слепым апостолом. Ну да, слепым. Меня своим апостолом. Ну, на это я не подписывался. Повсюду кровавые письмена. Не могу избавиться от ощущения, что их корябает этот священник ради моего же блага. Вот опять же, к слову, здесь и записи героя какие-то более-менее адекватные. То есть ты понимаешь, что происходит сейчас в эмоциональном плане с главным героем? За эту дверь открывается картой доступа. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. Спасибо, что ты закрыта. Мы на это не соглашались. Так почему мы должны за это платить? Зачем нам умирать? Уокер пришьет нас только за то, что мы больны. Мы не выбирали такой судьбы. Привет, парень. У Майкла более циничный взгляд на жизнь, и мне нравится читать его мнение о событиях. Так, что у нас такое? От Хелен Гренет. Тема на непосредственной экспертизы проекта Валеридер.
Уважаемые господа, полный отчет находится на рассмотрении, немедленных действий со стороны корпорации Мерков не требуется. Потенциальная прибыль проекта Валерида остается чрезвычайно высокой. 4 несчастных случая содержат достаточно противоречивых данных, затрудняющих любое судебное разбирательство. А в случае должного обращения со свидетельствами, делающих его невозможным, проект Валерида остается рискованным начинанием и может повлечь дальнейшие потери. Как и в других случаях, интерес к пациентам со стороны родственников и правительства настолько незначителен, что вероятность любого судебного преследования представляется исчезающе малой. Случаи насилия среди пациентов учащаются по мере того, как морфогенетическое кондиционирование приближается к стадии производства рабочих моделей. Но сочетание физических и фармакологических способов ограничения активности доказало серьезную эффективность в сохранении управляемости и прибыльности проекта. С уважением, Хелен Гренет, Департамент снижения юридических рисков корпорации Мерков. Это же выход. Сейчас я просто нажму и выйду из игры. Нет, хрен тебе. Хренушки. Ладно. У нас путь только один. В подвал. Это же так здорово идти в Аутласте в подвал. Кто мог рисовать подобное? Всем привет, ребят, кто только-только подошел. Всем привет, кто смотрит на разных платформах. А, стоп, мы в подвал не попадем, да? Здорово, то есть... ладно. Так, батарейки надо экономить, это 100%, потому что... Потому что у меня их здесь очень мало. О. Еще одна батареечка. Так, где чё? Так, там завал, я здесь не пройду. А если с той стороны... Нет, где? Во. Куча компьютеров. Закройся. Ну не так... Вот об этом я говорил... Здесь наш герой в другой степени, Майк. Пароль. Он у нас здесь... Так, я понял прикол. Заперто, ладно. Во, видите, что ему бот пишет? Не верьте ему. Нет у нас сегодня никакого заказа музыки. Парень, тебе как, нормально? Че с твоим лицом, парень? Ну ладно. Вот такие моменты, они больше... Вот смотрите. Смотрите, в чем прикол. Во втором Outlast'е была следующая проблема. Абсолютно каждый персонаж, к которому ты приближался, тебя пытался убить. Даже если он мог себя вести нейтрально по отношению к тебе, он просто стоял издалека и на тебя смотрел, за тобой не гнался. Но если бы ты к нему подходил, он бы о тебя обязательно ударил. Смотрите, что. Здорово, парень. Но ты когда в первый раз играешь, ты не знаешь, будет он на тебя нападать или нет. И вот ты смотришь на вот этих ребят. И непонятно. И это держит в серьезном напряжении. Что у него там за записка? Овощи и сдохший телевизор. Овощи сидят кучкой и пялятся в пустой экран. Выглядят как пациенты, они пережили то, что здесь произошло, но похоже, на чердаке у них совсем пусто. Вот ты чё, прыгнешь на меня? Нет, не прыгает. Смотрите, хороший, хороший заключенный. Тут у нас чего? И вид у них такой дружелюбный. Фанатики вообще вели себя как истерички и одинаково в основном. Сразу понятно было, что от них ждать, не то что здесь. Вот я про то и говорю. Слишком... Там уже ты понимаешь, что на тебя будут нападать все. Из-за этого пропадало вот это ощущение напряженности.
Вот сейчас вот как-то такого... Блин. Сейчас такого нет. Но я так-то знаю, что они на меня не нападут. Передавай привет. И ты передавай привет. И вот этот парень на меня вот 100% не нападет. Смотрите. Вытащи их, пожалуйста, доктор мертв. Вырви их, ты должен мне помочь. Я вас обманул. Не знаю, вдруг вы не ожидали этого скримера. Пока что батарейка очень хорошо снимает. Коронное блюдо. Сразу сериал вспомнился в тему к стриму «Кровь, мозги, найс». Так. У меня теперь есть ключ, который я могу использовать вот здесь. Здорово. Давайте открывать вход и бежать отсюда. Чё мы тут забыли-то? Доступ к системе безопасности. Опа. Замечательно. Опа. К нам сюда идет гость. Здесь, поросеночек. Я тебя отыщу, шлюшка. Он ушел. Чертов Вердила. Вердила выслеживает меня. Нашел досье Криса Уокера, в прошлом военного полицейского. Несколько боевых заданий в Афганистане. Вся эта кровища здесь во многом дело его рук. Впрочем, не только его. Я просто пойду к чертовой матери отсюда. О, батарейка села. Почти что, окончательно. Уже приходится впритык к стенам подходить, чтобы видеть, что где. Так, что это у нас такое? Программа МК Ультра. Документ СРУ номер 190-691. Страница первая, выдержка. Для подшивки. Тема гипноз, исследования и эксперименты. 10 февраля 1954 года. В среду 10 февраля 1954 года исследования гипнотических состояний были продолжены в корпусе 13 заповедника Маунт Месси в Колорадо по ниже описанным направлениям. Краткое изложение. Первое. Было задействовано постгипнотическое состояние предыдущей ночи. Команда «Уснуть при указании пальцем». Мисс Джексон и мисс Перс немедленно перешли в состояние глубокого гипноза без дополнительного внушения. Мисс Перс было приказано, учитывая выраженный ею ранее страх перед любыми видами огнестрельного оружия, разбудить мисс Джексон, находящуюся в состоянии глубокого гипнотического сна. Кстати, женщины упоминаются. Пользуясь любыми возможными способами, а в случае неудачи взять находящийся рядом пистолет и выстрелить в нее. Ей было внушено, что она испытает гнев такой силы, что не задумываясь застрелит мисс Джексон за то, что та не просыпается.
Мисс второе. Мисс Пирс неукоснительно выполнила данные команды, включая выстрел из незаряженного пневматического пистолета в мисс Джексон, и впала в глубокий сон. После соответствующего внушения обе были разбужены и продемонстрировали полное отсутствие воспоминаний обо всей последовательности событий. При попытке снова вручить оружие мисс Пирс, та в бодрствующем состоянии, отказалась подобрать его или принять из рук оператора. Она также полностью отрицала возможность того, что предшествующие события действительно имели место. Я думаю, пора сменить батарейку. Он там... Это говорил, мол, кто там? Кто там? Итан... Вот здесь главный герой может залезать. Почему-то на такие выступы. Я боюсь, сейчас сюда кто-нибудь придет, поэтому я присяду. Не могу понять. Он идет или нет? Он идет. О, видите, он начал шкафчики обыскивать. Того, чего во втором Outlast'е со мной ни разу вообще не произошло. Они не заглядывали под кровать, они не заглядывали в шкафчики. Но это вообще был полный финиш. Так, осторожно, аккуратно. Где он? Куда он пропал? Блин, а куда он делся? Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Идем осторожненько. Он где-то сзади. Так, давай нажмем на кнопку и спрячемся к чертовой матери. Где-нибудь. Блин, а где здесь прятаться? Блин! Черт! А почему во втором месте спрятаться было негде, я не понял. Или я не увидел? Так, ладно. Бенчи Геймер, привет. Батарейку поменяй. Who's there? Nobody's there. А, там была кровать. Не разглядел. Запаниковал. Раз. Давай, залезай на ссаный матрас. Отворяй. На кнопку жми. Не верьте ему, боту, песен сегодня нет. Кстати, интерактив, если что, работает. Интерактив у нас сегодня работает, ребят. Стрим идет час. Он может продлеваться, если будет прилетать донат. Я так-то еще сегодня влог планирую запилить. Это так Артем пошел отдыхать. Понимаете, да? Так, я буду экономить батарейку в данной ситуации. Батарейка, экономься. Открыл шкафчик. Молодец. Я считаю, что стрим идет 38 минут на данный момент. Куда он ушел? И вот я не понимаю, куда он уходит. На какой сложности играем? На высокой. А, точнее, на кошмарный. Закрой. Почему ты, идиоточку, ты что ты делаешь? Что ты так громко-то?
Так. Лезь, 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 лезь. Я думаю, я услышу, если он начнет выбивать дверь. А, ну вот он, собственно, и пришел за мной. Вот он пришел выяснить, какого хрена здесь кто-то шумел. Тихо. Еще один призрак. Блин, ты что так встала рядом? Так встала рядом с кроватью, боялся, что он сейчас заглянет. Так. Он ушел же налево, да? Он налево ушел. Чё ты хлюпаешь так, а? Так. Если мне память не изменяет, тут где-то два вентиля. Вопрос только в том, где эти два вентиля. О, зашибись, батарейку нашли. Жалко, здесь нельзя звук записывать. Вроде спокойно. А вроде никого. А, тут не вентили, тут рычаги. Давай сразу спрячемся. Или он здесь один? А я не помню, здесь один рычаг или два. Блин. Здесь один переключатель. Понятно. Зря я спрятался, надо было валить оттуда. А то этот засранец меня нашел. А, ну конечно, все сначала. Так, ладно. Не очкуем, все норм. Интересно, успею выбежать отсюда? Ты же не в ту дверь ломишься, дебил. Блин, не в ту дверь он не в ту дверь ломился. А где он? Ой. Тут чьё-то тельце. Он с той стороны где-то хлюпает. Дверь открой. Лезем. Выключаем камеру. Я слышу, как он вошел внутрь. Давайте подождем, когда он все-таки уйдет отсюда. Видать, отправился на небеса. Я тебе что, ангел, что ли? Так. Ля-л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 я. Ой-ё! Отстань от меня! Отстань от меня, злобная утырка! Ты чё делаешь? Так, окей. Чё-то он так вальяжно сейчас дверь открывал. У меня чё-то с мышкой, то ли с мышкой случилось, то ли с камерой.
Он здесь, что ли? Он соседний ящик проверял. Нет тут и нифига. Вот, кстати, хочу обратить опять же ваше внимание. Во втором Outlast'е просто тупо не было мест, в которых можно было бы более-менее часто прятаться. Там стояли, конечно, разные ведра. Но, блин, вот реально, они чаще всего просто не помогали. Ты не успевал убежать. Так, слушай, давай батарейку поменяем. Батарейку давай поменяем, говорю. Игра, ты чё с ума сходишь? Отвень! Перезлись, паркурщик хренов, чё с управлением? Я ща геймпад возьму, если такая херня будет дальше продолжаться. Чё это сейчас было вообще? Уже второй раз такое происходит с управлением. Так, игра, харе тупить. Ты чё такое? У меня залипает иногда управление по непонятным причинам. Вот сейчас он тупо не идет вперед. У меня клавиатура не работает. Клавиатура, чё с тобой? Удивительно, как он меня до сих пор не нашел. Отпусти меня. Другой разговор. Да с кабелем проблема. Вообще надо этот... USB-хаб нужен. И удлинитель надо поменять. Серьезно, ты не идешь сюда? Короче, я взял геймпад от Xbox 360 и продолжаю теперь с ним играть. Все песни здесь. Брюш, вот в последний раз меня тупо убило управление. Прости меня, парень! Стой! Людовик! Людовик! Я забыл, как бежать. Так, все, давайте прекращать умирать. Надо вспомнить, как здесь бегать. Че он назад-то вернулся, я не понял. Он мои звуки, что ли, мои шаги услышал? Так. Заменим батарейку. О, круто. В принципе, управление такое же. Правда, вот сейчас не... На какую кнопку бегать, я не пойму. Блин, слушайте, на какую кнопку бегать? На левый стик у меня не получается бегать.
Молодец. На левый бампер, короче. О, Даюндер. Даюндер, привет. Да достань ты камеру, дурак. А чё он не выламывает дверь? Чё он ленивый-то такой? Давайте мы подождем. Кто-то нажал на кнопку. Кто сидит в шкафу? Никоги. Уходи. Вот правильно, правильно, уходи. Дверь открой. Жми. Жми, нажимай, жми, жми, нажимай, давай. Так, спрятались. Выжидаем. Когда тут к нам придут. И чё он меня не слышит? Он глухой. Слышь, парень, ты глухой. Вот именно, я же говорю, глухой. Так, всё. Сейчас он это, подальше отойдет. Ну, ты это... Заходи, если что. Так, 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 так. Так, 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 так. Там, по-моему, батарейка была. В том помещении. В прошлый раз я здесь сдох просто потому, что мог. Чё ты кряхтишь-то на весь коридор? Ую, ую. Не кряхти. Не надо кряхтеть. Вот, молодец. Ну-с. Будет ли он здесь проверять мое наличие? Так, стоп, подождите, на кошмарном уровне сложности всего две батарейки можно вставлять в камеру. Япона, мать! Ну ладно. Я надеюсь, что я, как ветеран этой игры, все-таки справлюсь с такой задачей. Чё-то как-то внезапно. Он ушел. Он обли... Беги! Беги, мать! Давай! Оба! Хрен тебе! Ничего ты со мной не сделаешь, твою мать! Беги, скотина! Есть.
Кто дверь закрыл? Я ее не закрывал. Фух. Нормально. Все зашибись у нас. Проскочили. Вот к слову о хорроре, Артём. Крайне рекомендую после Outlast'а обратить внимание на Underhell. Совсем вкратце, улучшенная версия Pine View Drive, ну ты понял. Ты помнишь, как я играл в Pine View Drive? Ты помнишь мои впечатления? Ты помнишь мои кирпичи во время прохождения Pine View Drive? Чё ты меня трогаешь? Прости, сын мой. Я не хотел так с тобой поступать. Но тебе пока нельзя уходить. Ты еще так много не видел. Узришь ли ты? Сможешь ли? Истина владыки нашего Вальридера врывается в неверующих. Лишь истина выведет тебя отсюда. Яви сущую правду, и все двери откроются пред тобой. Но мы все-таки после Outlast'а будем играть в Little Nightmares, которая недавно вышла. Потом Silent Hill 4. Потом я вообще планировал пойти по игрушкам, которые у нас были недопройдены. Но можно попробовать и Underhell, конечно. Так, собственно, у нас осталось 5 минут на трансляцию. Этот типа священник нам оставил камеру. Замечательно. Так. Повсюду кресты. Не, ну точно кого-то там изнасиловал или укусил священник. Камера отца Мартина. Священник, отец Мартин, притащил меня сюда показать кое-что. Думает, я стану свидетелем всей той ерунды, которую он мне впаривает. Все здесь пошло не так из-за доктора Верники. Вот только он умер лет 10 назад. «Покойся с миром», — гласит кровавая надпись на стене. Underhell на часов 20 геймплея. Привет. Здорово, парень. Вот Red Barrel, помешанные на фанатизме и религиозности. Прям галочка у них на это дело. Вот, кстати, да, не поймешь, почему. Тебе нормально? Не хотите поговорить о боге нашем? Сказал, что не тронет тебя, он так сказал. Но когда котенка нет рядом... Какого котенка нет рядом? О чем ты вообще? Кто это? Наверное, один из людей отца Мартина. Возможно. Кажись, нервничает. Я бы его грохнул. Я бы тоже. Проповедник просил не трогать его. Это нелюбезно. Только не здесь. Дадим ему фору? А это идея. А когда убьем его, сделаем это медленно. Какое терпение. Хочу его язык и печень. Они твои. Какие культурные психопаты. Вот и близнецы Дресси и Кейси. Это их настоящее имя? Слишком много голосов. Все время не на ту кнопку жму. Я тут сегодня с утречка начал чисто для себя проходить Heavy Rain. Так это... У меня теперь болезнь крестика. Я теперь все время путаю, где у меня крестик. Потому что на Xbox это X, на PlayStation это крестик. И они в разных местах находятся. Так, окей, господа. Мермидонцы. Выглядишь, словно призрака увидел. Так. Ничего.
Здесь можно спрятаться. Здесь открывается, можно спрятаться. Зараза. Не подходи. Ты страшный. Любители, пора разглядывать людей. А этот, я смотрю, любит биться башкой о стены. Круто. Просто круто. Мы стримеров хватанули в два раза больше, чем за весь второй Outlast. Вот, кстати, да. Стой смирно, стой смирно. Шелковистый, шелковистый. Ох, япона мать. Твою ж мать, какого хрена тебе надо? Тебя никто сюда не звал, долбанный извращенец. Чё, нравится пялиться? Придурок! Батарейки сели. Батарейки сели. Говорящие с мертвецами. К черту это место, серьезно, к черту. Смерть уже далеко не возглавляет список всего плохого, что здесь может со мной случиться. Мужик, дай батарейку. Есть батарейка? Нет, нет у тебя батарейки. Печаль. Так, подожди. Вдруг здесь где-нибудь все-таки есть батарейка? Эй! Эй, ты! О! Я! Так, ладно. Нормалек. Блин, надо каким-то образом все-таки копить здесь батарейки, но вот я не знаю как. Короче, ладно, пошли сюда. Управление такое же абсолютно, как это было, собственно, во второй. Не спать, место покоя, оставьте меня в покое. Так. Ты не дождался, пока я окончу. Я и для тебя оставил. Только погоди. Окей. Сохранение... А, это меня дезинфицирует, да? Я в первый раз этот Outlast проходил именно на этой сложности. Ни хрена вообще не видел по большей части. В половине мест, где лежат батарейки, на средней сложности их тут нет. Ничего нет. Так, я не заметил, было сохранение сейчас или не было его? Заперто, не пускают. Вниз по стоку, говорит за кровью, нет пути, кроме как вниз. А вниз по стоку, вниз по стоку, вниз по стоку, вниз по стоку, вниз по стоку. Ну и, собственно, у нас было сохранение только что. Итак, ребят, как я говорил, у нас действуют определенные правила трансляции теперь. Так что вот, собственно, этот стрим у нас закончился. Я не знаю, продолжим ли мы сегодня его еще играть, имея в виду первый Outlast. Но я постараюсь. Так, подождите, у меня тут проблемы. Я не могу закончить стрим, потому что у меня отрубилась клавиатура с мышью. Давай, появись. Я пытаюсь подключить тупо клавиатуру с мышью, не могу управлять компом. Да давай! Давай! Опа. Ура, заработало. Ну все, ребят, собственно, посмотрим, будем ли мы еще сегодня играться. В принципе, день еще целый впереди, так что посмотрим, поглядим. Если вам понравилось, то ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на YouTube канал, на Twitch канал, вступайте в группу ВКонтакте. На этом все. С вами был Артём. Всем всего хорошего. Пока.